Чем электрический скейт лучше обычного? На нем не надо отталкиваться ногой. Его скорость контролируется джойстиком на пульте в вашей руке. Следовательно, вам остается только маневрировать и наслаждаться поездкой. В этом обзоре мы рассмотрим сразу 4 модели электроскейтов. Модель Ильспорт E6 с мотором 200 Вт в одном колесе. Емкость аккумулятора 24 Вольта, 2 Ампер-часа. Колеса из качественного полиуретана, доска крепкая и миниатюрная, сделанная под стиль пенниборд. Отлично подходит для детей и подростков. Модель Ильспорт E1 имеет аккумулятор 24 Вольта, 2 Ампер-часа. Для комфортной транспортировки имеет прорезь под ручку. Это большой плюс. Также приводится в движение одним мотор-колесом 150 Вт. Имеет классический размер и подходит для любого возраста. Модель Ильспорт E2. Уже с серьезной мощностью 800 Вт. С моторами в двух колесах. Аккумулятор 24 Вольта, 4,5 Ампер-час. Также с удобной ручкой для переноски. И последняя модель – Ильспорт E4. Мощность моторов 1200 Вт, аккумулятор на 24 Вольта, 6 Ампер-часов. Привод приходится на два колеса, доска такая же большая, лонгбордовская. Момент разгона и скорость – просто захватывающие ощущения. Аккумулятора почти в два раза больше, чем у предыдущих моделей. Следовательно, и по времени дольше работает. Вот сравнительные характеристики. При наличии мотора и аккумулятора электроскейты по-прежнему обладают небольшим весом. Их легко поднимать и носить с собой. С электроскейтом справится даже ребенок, подросток, тем более взрослый. Кататься на нем не сложнее, чем на обычном скейте. Несомненно, катание на скейте – это спортивное хобби. Истинный скейтер оценит наличие мотора, который продлевает удовольствие от непрерывного движения, да еще и развивает большую скорость. Пульт управления удобно лежит в руке. Кнопка «Включить» находится внизу. Имеется индикатор зарядки пульта. Также есть переключатель для плавного или более динамичного разгона. Нажимая джойстик вперед, включаются моторы. И логичным образом, нажав джойстик вниз, включается торможение. Также на пульте можно включить задний ход. Включаете, нажимаете джойстиком вперед, скейт едет назад. Все довольно просто. Электроскейты выбирают для большего драйва, для большей скорости и более длительной дистанции. Если вы любитель скорости и скейтов, то ждем вас к нам в магазин на тест-драйв.